Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2684. Почему старообрядцы не входят в нынешний президентский совет? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Это не наш выбор, мы не уходили из совета, просто увидели, что в новом составе совета представителя от нашей церкви нет. Впрочем, президент волен сам решать, с кем он хочет советоваться, чей голос он хочет услышать. Странно только, что прежде никто не вычеркивал нас из совета традиционных конфессий. А теперь исключили, как и баптистов. Католики есть. Лютеране тоже, 5 архиереев РПЦ, 3 раввина, 3 муфтия, а нас нет. Может, это какое-то недоразумение? Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Хорошо советоваться с теми, кто знает волю Божию. Но что могут сказать президенту старообрядцы? Для которых Библия как бы и не существует, и волю Иеговы они не стремятся познавать. Книга пророка Исаия 8:20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Малахия 2:7. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Прокосия 4:6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих.